Занимаюсь генеральной уборкой сейчас. Вокруг просто хаос. Решила кучу всего выбросить ненужного именно из аптечки и, соответственно, поделиться этим с вами. Может быть, кому-то это будет интересно. И давайте уже начнем. Во-первых, итак, я уже все вывалила из вот такой вот косметички. Она, как вы видите, такая уже вся дряхлая. И приехала она сюда как раз-таки из Украины. Это была такая дорожная аптечка своего рода. Но так как масштабы увеличились, то нужно, во-первых, их перебрать. Во-вторых, я приобрела, давно уже приобретала, это косметичка, с которой я приезжала сюда. Здесь у меня находились мои всякие косметические средства. И такая косметичка очень подходит как раз-таки для лекарств, потому что она а, прозрачная, и б, она большая, и с, она будет одна у нас. Мы пока еще не настолько стары, чтобы иметь кучу лекарств, поэтому я думаю, нам вот этой косметички хватит вполне. Первый критерий, по которому я перебираю, все это сроки годности. Вторая кучка, вот это то, что нам нужно. И еще один критерий, по которому я делала отбор, это избавляемся от упаковок. Вуаля! Вот это количество нам нужно вместить сюда. Еще с чем я столкнулась, то, что нужно вот такие вот флажки обрезать, чтобы остались таблетки, а пустые места как бы нам не нужны. Они будут занимать только место. Ну вот, все готово. Все остальное мы складываем вот в эту старую косметичку. Весь мусор, не стесняемся, складываем, закрываем и выбрасываем. Что у нас должно получиться? Остаться именно минимум, то, что пригодно, именно то, что нам нужно. Ну что, я надеюсь, вы вместе со мной расхламили свои ящики. Наконец-таки избавитесь от ненужного вам хлама, который насобирался, может быть, так же за короткое время, как и у меня. Главное вовремя остепениться. Всем пока!